В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялась открытая лекция для студентов и преподавателей вуза «Государственные символы России. История и современность», приуроченная ко Дню России. Вела лекцию Лилия Насырова, доцент кафедры всеобщей и отечественной истории. Она рассказала о возникновении триединства символов России, обозначающих суверенитет страны, представляющих нашу державу на мировой арене. Речь шла о государственной символике, которая закреплена в конституционных законах Российской Федерации, о гербе, гимне и флаге нашей страны. Эта информация очень полезна не только для людей старшего поколения, но и в первую очередь для молодых, потому что, ставя перед собой задачу воспитывать патриотизм и гражданственность в подрастающем поколении, мы в первую очередь должны говорить о том, какие символы у нас существуют и за что мы их уважаем, то есть вот государственные символы. Лично для меня это было очень интересно. И думаю, что даже для коллег в институте, для студентов этого учреждения, соответственно, это тоже будет очень познавательно и интересно. Не каждый раз ты услышишь такую достаточно краткую, но обширную информацию с точки зрения именно знания и подачи. Лекция была полезна и интересна не только преподавателям Елабужского института, но и студентам. Завершилась лекция прослушиванием гимна Российской Федерации. Анна Климина, Никита Староверов, Денис Сипайлов, Универньюз.